Так, друзья, обрадуем жителей данного подъезда, повесим Владимира Владимировича прямо в лифт. Так, ровненько, ровненько, ровненько. Опа. Отлично, кажется. Так, теперь устанавливаем камеру, чтобы никто, не дай бог, не украл. Твою мать! Охренели, о, ну что это? Ё-моё! Ай, камелия! Я бы хотел увидеть. О, ничего себе! Да вы что, жизнь не поставил? Вы что, серьезно, что ли? Что за хрень? Зачем ты делаешь? Это вербовка или что это? А зачем это нужно? Кто это вообще придумал? Прицепили со всей дури. Чтобы не отцепили даже. Ты прикинь, это... Тебя же просто изничтожат. Да, кстати говоря. Я думаю, это мы еще максимум. Не нужно. Смотри, там камера. Потом тебе скажут за то, что ты... Святые овации! Ой, ёб твою мать! Какой дурак повесил! Я знаю, вот здесь вот камера. Ну не надо, не смотри. За нами следят. Конечно, страшно сразу. Ну зачем страшно, правда? Ходишь, как будто человек. Что ты пугаешь? Мам, он так там не сделает. На тебя клюшку. Мам, ты не ломай новый лифт, мам. Сонечка, Сонечка. Вон камера я видела. Ой, какая я была веселая, красивая. Что ж со мной стало, ну, а? Ну, как бы... Вечердух. Это что? Здравствуйте. Это что за говно? Ой, так же нельзя говорить. Камера со звуком пишет? Да. Какой кошмар! Это что такое? Вы что, шутите, что ли? Вообще уже, подожди. Подожди, что делаете? Ой. Ой. Нельзя сорвать. Нет, нельзя. Ведь, мам. Ой, здравствуй, как мы тебя любим. Откуда ты такой? Мам, любим. Куда повесим? Ну, в какой стати? Ну, что давай. Ведь я тебя прокатил вместе с Путиным. Ну, полюбуйся, полюбуйся. Нет, ты на Путин, что ты на себя любуешься? Здравствуйте. Здравствуйте. Заходи. Что это такое? Да? Вот, смотри, кто висит. Кто это? Здрасте, Владимир Владимирович. Здрасте, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович Путин. Здравствуй, Путин. Да, здравствуй, Путин, скажи. Здравствуй. Иди за нами, да? Иди за нами. Не трогай, зачем. Батюшки мои. Что это такое прибил-то? Мам какой-то. Ну, я зашла, даже испугалась вначале. Что это? Я даже опешила. А давайте мы не снимем. Нет, я не знаю. Ну пусть. Нет, зачем? Нет, ну вы зачем снимать? Не надо. В смысле, зачем он здесь? Ну не знаю. Я даже вошла и испугалась. Вперед. What the fuck? Вы издеваетесь, что ли? Ну, в смысле, серьезно? What the fuck? А можно куда обратиться? Я не хочу вот это вот смотреть. Блин. Это худшее, что могло случиться с нашим домом. После капремонта. Зачем? Зачем? Видели? Сейчас ему нарисуют рога. Я захожу. И усы. А ты думала, ты одна будешь кататься? Нет. Ой, ёб твою, блин.
повесили, блядь. С рабами. Батюшки светлые. Это не Чайковский, да? Это не Чайковский, это президент нашей страны. Путин Владимир Владимирович.